приходом завершения учебного года сотрудники госавтоинспекции в усиленном режиме делают все, чтобы предупредить водителей о том, что начинаются летние каникулы, а потому включенный ближний свет фар – мера обязательная. Машина с яркими желтыми огнями намного заметнее. И такая мера направлена в первую очередь на безопасность детей. За невыполнение данного требования предусмотрено предупреждение либо наложение штрафа в размере до 3 базовых величин. Стоит отметить, что только с 25 мая на территории Брестской области к ответственности привлечено более 300 водителей, которые не выполняли данное требование. Стоит отметить, что большинство водителей все-таки являются добросовестными водителями и соблюдают данное требование. Тем самым они все-таки доказывают то, что не остаются безучастными к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. Однако во время проведения рейда многие водители двигались по проезжей части, так и не включив ближний свет фар. Халатность с их стороны или действительно забывчивость? В этом разбирали сотрудники ГАИ, останавливая транспортные средства. С 25 мая по 5 июня, да, двигаться, забыл включить. Включенным ближним светом фары, ходовыми огнями. Вот, все это делается для того, чтобы привлечь внимание деток к автомобилям на дороге. Начинаются долгожданные детские летние каникулы, детей на дорогах будет больше. Вот, и, конечно же, с помощью данных вот требований детки все-таки могут своевременно заметить транспортное средство, которое приближается к ним. Забыл. Больше не будете забывать? Нет, будете всегда соблюдать. Буду. Не оставайтесь безучастным к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Как это вы так забыли? Ну, как бы автомат всегда стоит, а тут как бы забыл и все. Не забывайте, все-таки это не просто так. Я извиняюсь, все это самое, как бы... Включаю, и все, больше такого не будет. Акция, конечно, с добрыми намерениями несет только добро, но данный факт нельзя принимать за слабость. Пока остановленные водители отделались только предупреждением, однако в последующем, если они попадут в поле зрения сотрудников ГАИ, за неисполнение правил, которое требует и законодательство, и профилактическое мероприятие, автолюбителям грозит штраф в размере до 3 базовых величин, а при повторном нарушении – до 8.